Всем привет, дорогие друзья! С вами Джейк, и мы продолжаем проходить метро Исход. Я сейчас случайно тупанул, потому что я в КС-ке решил на троечку нажать, чтобы достать. Достать ножик и побежать быстрее. Походу, он там есть еще горочка. Я увидел у чувака оружие. Не, ну калаш мне уже нахрен больше не сдался, потому что у меня есть оружие, которое круче. А что у нас там? Там есть еще что-то. Летучая падаль сюда летит. Я сейчас не преувеличиваю. Блять. Улетает. Как я понимаю, здесь тоже кто-то есть. Давайте сохранимся, чтобы на всякий пожарный. Сейчас, секунду. Так. Окей. А, вот что с ними случилось. Скотина. А с них ничего не подобрать. О! Так. Сохраняемся. Все трясется, просто ужас. Не, как бы туда можно дойти и посмотреть. А чё, удобно. Взял, смыл, все туда ушло. Гениальные, блядь, люди. А как мне наверх попасть? Походу никак. Так, я, наверное, зря сюда пошел.
Так да ну, чего тут? Ой. Спускаемся. Ни хрена себе он голову заныкал, вы видели? Опять книжечка метрошечки. Что это? Любопытно. Вижу туда туннель, вижу наверх туннель. Ну по... Тихо. Пытаюсь больше попасть в голову. Да ты задрал меня. Так. Да ладно. И что он тут делал все это время? Разлагался, что ли, блядь? Ладно, туда. Спокойной ночи. Ну пойдемте сюда. Вот отсюда я, наверное, смог. А, угу. Разработчики специально сделали. А хотя. Чего? 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 Вы сами сейчас, ребят, все прекрасно видели. Это как? Объясните мне. Так, лезь. А быстрее ты можешь? Какой же ты долгий. А, это, короче, обходные пути. Попал. Сейчас и попробуем. Это как? Вы видели магию? Артём научился спускаться аккуратно вниз. Ладно. Вижу лестницу куда-то. Я, конечно, ее еще и тогда приметил, но... Не дал ей какое-то значимое ощущение или, ну, значимости. Арсен. Надир, это барон нас совсем за дураков держит. Ты считал листовки, которым его ослы разбросали у входов. Вы, наверное, вы называете себя свободными людьми, но...
Ваши вожди, начальники, хозяева загнали вас в пещеры и готовы обрушить их камень на ваши головы, только бы не дать вам принять благословение священного пламени. Переврал Иоанн Богослова. Иоанна. Здесь опять. И думает, мы не заметим. Помнишь, ты спрашивал, что делать художнику после конца света? В этот раз я не могу ничего посоветовать. А сейчас скажу, нарисуй ответ этой собаки такой, чтобы сразу видно, что было бы, что будет и почему мы не сдадимся, чтобы душа развеялась, развернулась и свернулась. Я знаю, ты можешь. Всегда твой друг. Зачем я спустил это? Я что-то увидел. Да ёкалом бабай, Артём. Ну, что ты творишь? Ага. Или что, я не могу туда попасть? А как мне теперь выбраться отсюда? Да ёкалом бабай! Ага, вижу как. Странное место, возможно, сюда придется по сюжету идти. Потому что, во-первых, вот в этот туннель я не могу попасть. Туда наверх я не могу попасть. А здесь еще столько ходов. Что странно. Я сейчас высматриваюсь, потому что вон туда просто так не залезть, во-первых. Сюда тоже просто так не залезть. Да и вообще сюда даже не залезть. Странное вообще место. Зачем его создавали? Раз нельзя там пройтись. Ну, возможно, просто... Не, правда, что с текстурами? Первый. Второй. Сейчас вся семейка уйдет. Что у них с ногами? Это он? Давайте-ка я лучше сюда пойду.
И как к ним, ко всем попасть? И что это за место тогда? Ну да, это место по сюжету будет, в котором я был. Видите, ее обозначили. Да-да, вообще без маза. Ну как-то же можно к ним, по-моему, попасть? Да ёкалом бабай. Да ёкалом бабай. То прыгает, то не прыгает. Да ёкалом вот опять. Давайте с быстрой загрузочки. Так, хорошо. А где она была 10 минут назад? Бля, пипец, это когда? Недалеко я, блядь, ушел. Но мне надо, короче, возвращаться назад. Из, ну, понятно, что туда так просто не попасть. Значит, тоже локация будет по сюжету. Я и забыл про тебя, говнюк. Я, возможно, раньше срока сюда пошел. Ну, а что ж тут делать? Бывает у меня такое? Как бы, ладно, бывает. Секунду, ребят. Продолжаем. Да ёкалом бабай! А чё с всеми текстурами? Блин, это чё-то бред какой-то. Я успел, да, сюда добежать? Так, я здесь смогу пройти или нет? Да должен, как же нет? Здесь где-то эта крылатая падаль. Ага. Фу. Это что, блин, за место? Это где баг с текстурами?
Ну да. Пипец. Не знаю, ребят, лично у меня, походу, только этот баг. А тачку-то я где оставил? Кто помнит? Я как понимаешь, я давно уже бегаю. Но все-таки. Короче. Так, смотрим. Да, я здесь был. Значит, где-то он там чуть дальше будет моя тачка. Хотя фиг его знает. Здесь больше всего меня бесит эти змеи. А, вот здесь я где-то оставил свою тачку, точняк. Ну, немного не доехал, короче. Хотя, я думаю, и дальше также поеду. Ну, добегу. Пофиг вообще на тачку, если честно. Ну, чё она мне, ну, даст? По сути-то. Меня будут жестко только палить. Я знаю, что там скотина. А он не один. Не, как бы я могу попробовать их перестрелять там. Фу. Это подумал, что все, меня сейчас поймают. Подождите, сколько сейчас время? Пока есть. Опа. Забираем. F5. И идем. Меняем обойму нашей новой пушечки, дробовику. И, по-моему, этот же как раз и был в самом начале у нас. Так, чего здесь? А. Револьвер. На-н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 а-
Это как-то странно у меня с игрушечкой вообще все. Где-то баги жесткие, где-то вообще текстур нету. Вот у этой сейчас посмотрим, что есть, а у нее ничего нету. Так. Конечно, он туда придется залезать, потому что доступное место. Так, любопытное место. И как я понимаю, я правильно пришел, да? Либо вон там, либо здесь. Я хочу сначала сюда зайти. Да что это все за звуки? Тут еще было. Таблетки. Аня. Здорово. Показывай. Вот это снайперка у тебя. Устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Ну ты продолжай. Видишь кран на краю пирса? Но? Мне кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить. Ага. Я прилюшку просто их снищу. Смотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Да? Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может найти что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Да мы вообще супер, ты че? Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Хорошо, я наверх, хотя здесь бегаю. Вот и молодцы, убегайте. Мне даже любопытно, что здесь. Здесь она сидела, бухала? Ах ты, Аня! Ты что делаешь? Бухать-то нельзя. Ага, вижу. Впервые я должен сначала сходить вот на тот кран. Чтобы попасть вот на тот кран, мне нужно пойти съехать. Я что-то вообще не заметил этого. Я смогу здесь проехаться? Да, шутник я от бога. Погнали. Так, что у нас здесь? А здесь у нас это падаль.
Фу. Так. Ну и все. Что мне здесь делать? Зачем я сюда шел? Я слышу падаль. Да ёкалом бабай. Да где она? Ага, я понял. Ну, чтобы туда попасть, мне надо стопудово идти по этому мосту. Я не вижу другого пока способа попасть сюда. Я и смотрю. Какие же вы все, блядь, ничтожные. Не можете, блядь, одного человека завалить. Я знаю, что там есть где-то еще один. На. Так. Так, принимаем. Ой, аптечки еще нету. Сохранишься? Отлично. Давайте-ка. Создание аптечек, во-первых. Во-вторых. Что здесь? И что это? Сильная лазер. Так, вот. Сильно модифицированный лазер. Ну, давайте я одену сюда. Здесь что-то есть для него. Уже познавательно, у меня есть что-то помощнее для него. А, подождите-ка, я понял. Что тут смотреть, как смотреть это все. Как, я, кажется, понял. Магазин у меня максимум. Что если я, например, вот, давайте-ка, я приму аптечку. Сохранюсь. Да, он у меня максимум. Я понял вас. Хм, а вот Аня там должна палить. У меня есть же то, что с большой дальностью. Так. Она его все-таки в реале сняла. Вот молодец. Так. Вот для этой пушки мне нужен нормальный прицел. Шести, ни хрена себе. Спасибо, братюнь. Я никогда тебя не забуду. Так, я могу вот посмотреть туда? А где Аня? Бля, пипец. 6Х. 6 прицельник. Отлично. Мне прям нравится это. Конечно, тут такая же система с этими прицелами, как и, например, в Ring of Elysium.
Так же одеваешь прицел и все. Как бы, а что ты хотел еще, как бы, говориться? А, это просто только что было. Я прыгнул. Я хотел нажать сохраниться, заодно и прыгнул. Дорогая, я к тебе. Пока, мудачьё! Ха-ха-ха! Они что-то ещё хотят. Они ж так патроны себе просрут. О, домик. Так. Спокойной ночи. Ни хрена себе он там дуло установил. Так, полностью? А там уже никого нету, да? Теперь мне вот куда-то туда надо бежать. Есть, конечно, еще место чуть дальше будет, но до него добежим, конечно же. Главное, чтобы меня больше никто не стреляет. Нахуй. Мы убегаем, далекие края. Что это за место, понятно? Пошли, добежал вот туда мне. Где это падает? Так.
Сейчас это место сделаем и отправимся уже в следующей серии туда. Время просто поджимает у нас. Я подумал, монстр какой-то, знаете, как в фильме «Война миров». Оригинал. Потому что, ну, приквел, сиквел, или как там его еще можно назвать, «Война миров Z» мне не очень зашла. Оригинал был пиздатый. И вот там как раз вот похожее было. Окей, барон сказал. У меня фонарик садится что-то очень быстро в этой части. Стопудово есть вход сюда. Так. Так, здесь больше негде пройти, да? Хотя... И чё, я сюда припёрся? А, ради этого? Так это отстой. Зачем мне ради этого сюда идти? У меня, по-моему, и так их много, да, ребят? Ну да, у меня, блядь... Нихуя! Я сам ахуя, ребят! Мне такая коль... И чё здесь? И чё тут? А! Ага. Ну да, правильно, что искать-то? Пока! Обвес! Есть! Сохраним. И зайдем сюда. Я нажал на сохранение, но только спустя полгода работает. Ну, магазин, возможно, будет, можно еще будет прокачать. Хорошо, что здесь он научился лазить. Так, давайте-ка я зайду назад внутрь. Потому что я здесь еще толком не был.
Тихо. Давай. Фух. Да. Хорошо. Опять начала. Так. Вы дураки. Да ёкалом бабай, ударь ты его. Так. Я не знаю, как туда попасть. Здорово. На. Так. Да. Бесполезный. Так, забираем это. А как мне к ним попасть? Где ты? А, вижу. Около бочки, сучара, это. Хватит меня бить. Так, сек. Ты там подожди, да? Так, по-моему, я что-то нашел хорошее, да? Ну ладно. Вижу! Вас внизу, бля! Да ёкалым, блядь, бабай, какого хуя? Просто пиздец! Где был чекпоинт, алё? Пиздец, как они так быстро меня просто снесли? Просто пару пуль, все, меня нету. А, я свет тупо врубил. Здорово. Что-то они в реале жестко пробивают. Так.
Они меня бесят, ребят. Они меня бесят. Джиггернаут, блядь! Я понимаю, что у меня... Я давно сохранялся. Но мне не надо, чтобы они еще Джиггернаута сюда вызвали, блядь. Да ладно вам. Ладно, ребят, давайте сейчас закончу пока что. Сейчас спрячусь от этих говнюков. Погнали. Пофиг на них. Сейчас я там серию закончу. Ну блин, откуда же я знал, что у меня прямо здесь сохранение? По-моему, я там сохранялся тоже. Ну, все-таки попали говнюки. Сейчас, короче, снова соберем здесь. Так. Уйди, пендюй! Ладно, ребят, давайте тогда закончим уже. Если вам понравился ролик, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.